Ребята, всем привет! Сегодня доделываем последнюю дверь. Я вам покажу, как нам привезли. Конечно, дверь не айс вообще. Взяли ее на авторазборке. Дали, хозяину отдали за 1500, блядь. Дыр на ней вообще, дверь, блядь, ужас просто. Вот. Сейчас я вам покажу эту дверку. Так, ребят, вот она, эта дверка. Здесь замята, здесь мятина, тут мятина, вся она в маленьких таких небольших мятин. И вот дверь. Сейчас мы вот так будем вырезать и сюда вваривать новую. Там зашпаклюем. Дверь, конечно, ужасы. Такая дверь 300 рублей, блядь, стоит. Ну и так и здесь то же самое. Мы ее сейчас зашкурим, потом приварим, зашпаклюем, и я вам покажу уже дальше. Так, ребята, зашпаклевали, где были ямы. Есть еще маленькие, сейчас я буду зашпаклевывать. Вот здесь вот мы вырезали, вот отсюда, вот так. И здесь, вот эту яму заделали, дырку. Вот. И зашкурили, зашпаклевали. Здесь яму тоже сейчас будем выравнивать, и здесь яму. Так, смотрите, остальное все собираю. Машинка вот стоит. Будем собирать сейчас. Пока у меня шпаклевочка сохнет, я собираю машинку. Вот, ребят, как у нас получается. Здесь снизу тоже все сделали. Здесь, сейчас вот здесь еще доложим, вот ямочка. Здесь яму вы сделали, вот здесь еще ямочку сейчас сделаем, выровняем, вот. Я обезжирил, я в принципе все время так делаю, после шкуры, после шкуривания я беру пыль, стираю, обезжириваю и накладываю заново шпаклевочку. Сейчас положим, смотрите. Вот мы подготовили дверь. Сейчас мы будем ее грунтовать. Все выровняли. Сейчас мы ее загрунтуем. Также здесь внизу у нас будет антигравий. Положим. Высохнет, замоем. И я думаю, сегодня покрасим. Машину уже половину собрали. Осталось задний бампер. Хотя он должен задний бампер поменять, потому что он там вообще ужас. Он весь гнилой, мятый, хер поймешь какой. Вот, так мы ее уже машину собрали до половины. Осталось номера прикрутить. Дверь вот эту переднюю правую мы покрасим, сделаем. Сиденье поставить. Ой, вот. Вот этот бампер передний, он нормальный. С номером тоже надо будет поставить. Ну и фары мы уже тоже собрали. Лобовое стекло, он сказал, будет сам вешать, поэтому я его вешать не буду. Вот. И сейчас будем грунтовать. Так, ребят, загрунтовали мы дверку. Положим антигравий. И проявочки бросили. И будем красить. Ребята, замыли мы дверку. Вон она стоит, дверка. Сейчас мы будем носить антигравий и красить. Сейчас машину накинем. Я, короче, пакет забыл купить специально машину. Есть клеенка такая большая. Я сейчас ее наброшу сверху машины. Вот, аккуратненько, чтобы ничего не поцарапать и так далее. И буду приступать к грунтовке, к антигравию. И потом уже буду красить.
Смотрите дальше, все покажу. Так, ребят, повесили мы дверку. Сейчас краску разведем. Антигравий положили. И с этой стороны тоже. Это очень просто. Смотрите, ты шел по улице, коснулся рукой руки друга, ну, теперь. Положили. Сейчас мы разведем базу. И будем наносить. Так, ребята. Базу мы положили. Сейчас мы уже лак положили. Я просто не стал снимать, что по одной и то же снимать. Вот мы положили уже лак. Первый слой. Сейчас положим три слоя. Ну, вот так у нас получается. Есть шагренька. Вот. Ну, это все уберется, ничего страшного. Вот так у нас получается. И с этой стороны. Вот так. Вот, ребята, все, дверку сделали, покрасили, положили три слоя базы и три слоя лака. Вот как у нас получилось. И до конца сделали все вот эти щели. Я когда красил, ну, где-то не прокрасил до конца. Сегодня мы все прокрасили. Здесь тоже. Вот. Здесь тоже прокрасили. Здесь. Вот так. Все, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.